Эйо! Здорово, бандиты, с вами как всегда Левкин. Сегодня мы будем восхищаться эстетикой. Восхищаться эстетикой новой грозы. Собственно, я думаю, что особо рассказывать, затягивать тут нет никакого смысла. Мы просто переходим в игру, выбиваем новую грозу, качаем ее и делаем какие-то выводы. Поэтому больше не задерживаю, погнали. Окей, мы в игре, и прежде чем восхищаться эстетикой грозы, можно... восхититься эстетикой моего нового олимпусика. Помнишь, в прошлом видосе доставка приезжала? Вот как раз его привезли. Красота. Так, ну что, переходим, открываем. Где же у нас гроза-то вообще? Я, честно говоря, не вижу... не вижу ее. Странно. Давай перейдем в воркшоп, посмотрим, что у нас там в лаборатории. Сразу же у нас тут висит недобитый скар, который хотелось бы добить. Не, ну серьезно, очень классно сделали пушку. Качественно, я бы сказал. И вот переходим и видим грозу. Да, первый левел. Ну, как бы, первый левел вроде бы особо ни о чем не говорит, но тем не менее. Вот скарщик какой-нибудь цветастый, например. А тут, ну, по сути, дефолтная гроза просто с веревками. Ок, ладно. Килл-эффект. Почему-то он у меня... подтормаживает, что странно. Как будто на нем низкий FPS. А вот здесь плавный, а здесь как-то... не знаю, не понимаю этого. Итак, та же самая гроза, только перекрашенная, по сути. Да, ну, какие-то небольшие элементы добавляются. Но не серьезно. Так, здесь мы получаем просто килл-чат. Сердечко очень похоже на... на что? На килл-чат от берила. От розового берила. Давай посмотрим, сравним. Да, чем-то напоминает. Как по мне. Похоже, похоже. Ну и, собственно, финальная форма. Ну, слабовато, да, мне кажется? Как-то... не знаю прям. Ну, сравни хотя бы это оружие и это. С другой стороны, гроза без ящика, да? Чё до неё докапываться? Но опять-таки... ну, хотя да, вот такое оружие, оно типа... ну, вот пулемет, например, тоже без ящика, но выглядит неплохо. Под вопросом, под вопросом. Давай решим в комментариях... хорошая гроза или нет. Я предлагаю ее, наверное, со старой сравнить, прежде чем мы перейдем к открытию. Очень быстро. Что мы здесь имеем? Ну, да, как-то предыдущая была посерьезнее. Вот если бы была возможность ее выбить, я бы, конечно, выбрал, наверное, ее. Потому что розовая, ну, не знаю. Уже есть берил. Вот. Розовый берил, и, в принципе, его, наверное, вполне достаточно. Зачем еще делать такую же грозу, мне не совсем понятно. С другой стороны, плохие скины, любые плохие вещи, плохие времена нужны для того, чтобы еще больше ценить хорошее. Это вот у меня такой девиз по жизни. Поэтому, если что-то идет не так, надо просто немножко подождать, и все будет окей. Ну и приложить какие-то усилия к этому. Действительно много хороших вещей вышло, но за последнее время, например, Скар, да, Ворон, классные пушки, классные костюмы, и выходит гроза. На фоне она, конечно же, теряется, но, тем не менее, ты такой думаешь, блин, гроза фиговая, потом, значит, будет что-то получше, 100%. Что еще хотел сказать? Возможно, разработчики специально сделали так. И где-то не за горами, ну, не в ближайшее время, но есть у них какая-то гроза фуловая с ящиком. А вот как раз-таки выпала нам гроза, и мы, наверное, уже можем открыть даже 100%, да? Но у нас тут все по дефолту. Да, красочка. Красочка нужна, так что можно даже не расстраиваться. Открывать эти ящики и не париться, потому что все, что там есть, оно все нужно и все важно.
краску очень сложно достать, и тем более дорого ее покупать. Не вижу смысла. Так. Костюм-то даже не посмотрели с тобой. А давай сейчас, наверное, добьем соточку. И перейдем к просмотру. Быстренько, пока будем открывать ящик, заполненный энергией. Или не энергией, не знаю. Ну, в общем, какой-то ящик. Гарант, наверное. Давай проверим, что у нас здесь. А, как-то ничего. Так, и еще один, очевидно, нужен. По 20 энергии заполняется. Да, у нас скипаем. Краска. Зачем вот эти штуки добавили? Ну, вот... Я не знаю. Ну, действительно, редко видишь это в катках. И... Когда видишь, ну... Никакого эффекта, никакого восторга не вызывают эти следы из дыма. Я не знаю. Зачем их добавлять еще в ящики, тоже непонятно. Ну, наверное, потому что никто их так не покупает, скорее всего. Так, что у нас здесь по костюмам-то? Обычный, средненький, дефолтный костюм. Ничего особенного, ничего прикольного. Ну, выглядит-то, конечно, может быть и неплохо, но как бы... Ок, я думаю, все понимают. Когда у тебя есть уже прокачанный костюм, остальные... Ну, такое себе. Хотя, например, сет вот золотой, когда был, с каким же там оружием-то? Что-то я даже уже забыл. Недавно мы его открывали с выходом Каракина. Там был черный костюм. Очень прикольный, очень мне понравился. И он такой, достаточно дефолтный, ничего в нем особенного нет. Так, переработалась у нас грузушка в один материал. Печально, обидно немножечко, потому что, конечно, хотелось бы в три. Так, еще один материальчик. Нам на прокачку, кстати, нужно довольно-таки много наверняка. И материалов-то было три, если не ошибаюсь, когда мы начали с тобой открывать этот ящик. Я даже не смотрю, сколько мы денег уже потратили и сколько осталось. Как раз 100 энергии заполнили. Окей. Получается, что у нас есть 10 тысяч, значит, потратили мы 8. Еще одна гроза и еще один материал. Давай быстро посчитаем, сколько материалов всего нужно. В общем, нам нужно 7 материалов. У нас в данный момент имеется 4. Выпадет или не выпадет, я думаю, что не быстро, скорее всего. Итак, у нас, судя по всему, получается фуловый костюм, да? Если я не ошибаюсь, если масочка там не отдельная. Хотя, скорее всего, отдельная, раз выпали волосы. Но ничего страшного. Сейчас еще пооткрываем и посмотрим. Окей. Ну, как-то совсем не густо. Так, очичи. Эх, ничего, вообще пустой, что ли? Понял. Вот это, кстати, интересно, с намеком на скарчик, да? Мы вообще тот ящик открываем, а то ведь я могу ошибиться просто. Понял, да. Осталось нам убить маску, по сути. Ну и, конечно, три материала хотелось бы получить, но это далеко не факт. Так, осталось два. Будем надеяться на удачу. Ага, понятно. Ясно. Ладно. Понимаю. Как-то это немножко... триггерит меня. Слегка совсем. Надеюсь, что из ящика выпадет материал, хотя бы... Из одного. И, собственно, где-то сейчас должна подойти либо материал, либо гроза. Угу. Так, вот как раз-таки материальчик. Маска так и не выпала, обидно. Думал, будет фул. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас краска, а это значит, что надо открыть еще три раза, получается, да? Там уже, скорее всего, не будет краски. И получим мы заветный материал. Только вот хватит ли краски на фул прокачку? Тоже не ясно.
Понял, принял. Едем дальше. Что у нас здесь? И похоже, что это 100%, да? Открываем. Снова краска. Так, ну ладно. Давай попробуем еще раз тогда. В этом случае. Очень хорошо. Просто не могут не радовать такие открытия. Еще один костюм, да? Мы ведь его выбили уже или нет? Я не помню. А, маска совсем не хочет. Не падает. Абсолютно. Печально. А если нам сейчас выпадет краска еще, кстати, за гарант, это будет очень плохо. Меня прям это расстроит. Я думал, сегодня удачный день, но... День вполне себе обычный. Мы просто тратим бабки. Так. Окей. Материал. Наконец-то. Ну, в общем, когда не решает удача, решают деньги. Переходим. Kill Effect. Продвинутая форма. Kill Chat. Ну и, собственно, остается у нас финальная форма, на которую не хватает 93 единицы краски. А материал есть. Очень интересно. Докинул немножко денег, решил, ладно, давай прокачаем по фулу эту грозу. Ну, другой все равно нет. Пусть будет. Итак, финальная форма. Такой персонаж получается. Но все равно, вроде бы как выглядит прикольно. Маска, конечно, не дефолтная, но тем не менее пойдет. Да, маска от ворона выглядит даже лучше. Так, ну ладно, все, больше не задерживаю, погнали в игру. Ну, собственно, что мы делаем? Падаем на ивент, и, наверное, уже поздновато, конечно же, но попробовать все равно стоит. Я не парюсь насчет падения никогда. Думаю, что это в складах важно, 100%. Вот, когда ты в соло, ну, меня вообще не парит. Упал неудачно, умер, ну, сам виноват. Претензий никаких не должно быть. О, прикольный парашют, ты только посмотри, он как этот, как шар земной. Очень интересно. Так, ну у нас есть шотик, да? My bad. Согласен. На северном, интересно, есть кто-то или нет? Вот прям даже не знаю, стоит его чекать. Или не стоит. Давай по фасту, наверное. Если есть там машина какая-нибудь, будет вообще идеально. Что здесь у нас, походу, никого. Прям
Тишина. Общаги. Общаги открыты. Я знаю, что здесь двойка. Парни забрали, да, у нас? Ну, давай почекаем ДПшку в таком случае. Ты посмотри, просто чекал меня. Где бы я не вышел? Тоже еще красно началось. Ну как так-то, а? Давай поскорее выйдем отсюда. Так, есть аирдропчик, есть какие-то типы. Интересно. Давай попытаем счастье, что ли. Едем.
совсем повезло, так скажем. Ну что делать? Пулемет так пулемет. Так-то штука вообще безотказная. Просто что хотелось бы грозу, конечно. Давай, наверное, до Кимпа доедем, заправимся там. Очень интересная зона. 6 человек всего. Эх, надо было бы пулик поперезарядить. Ага, пролаг. Вот на айфоне, кстати, сегодня третий кемп, проезжаю. Есть фриз, значит, скорее всего, есть люди. Да, есть, есть. Все правильно. Флайер есть, да? Ты отмечал? Я понял, но очевидно, типа где-то там. У него самая высокая точка, может быть, с другой горки подчекать. Очень мало бензо осталось. А, нас еще и трое. Я-то думал, один на один мы. Вот этот поворот. Так, пока что ничего не вижу, есть минутка на размышления. Смычки какие-то. Я думаю, что тип может спокойно лежать в траве, и как бы ему ничто мешать не будет. Мы его вряд ли просто так разглядим. Деревце будет в зоне. Буду счастлив, конечно. We'll be right back.
Ну, это уже чисто на воле к победе. Но, как по мне, получилось довольно-таки неплохо. Тем не менее, задача найти грозу не выполнена. Так что отправляемся за ней. На Сосновку, конечно же. Я надеюсь, что будет аирдроп. Будет флэрган с грозой. И это нас порадует. Очень хочется найти грозу как можно скорее, потому что... Ну, не зря же мы ее выбивали и прокачивали-то, ё-моё. Сколько можно-то? Так, есть два типочка, грибочка каких-то. Нет, над нами еще один. Да что у тебя? Опа. Мне кажется, там типы улетели на РЛС, если честно. Та двоечка, что еще с нами была. Поехали за аэром тогда. 36 человек по-прежнему остается у нас. Это очень грустно, потому что много времени было потрачено на Сосновке. Я решил все-таки пролутать общаги, посмотреть, вдруг там есть флайер. Но ничего не оказалось. Чтоб я еще раз хоть когда-нибудь бегал, лутался. Надеюсь, этого не произойдет больше. Так. Думаю, он над нами где-то должен скинуть. Если не скинул раньше. Понял. Следующий нам тоже надо отметить. 31 человек. Надо как-то прям ускориться так максимально. А если найдем грозу, будем просто... Очень агрессивно играть. Так. Где АР? Не вижу. Странно. Да, гроза. Все, теперь без вопросов. Едем, ищем людей. Они у нас отмечены как раз. Это починки, школа. Ну и, собственно, можно будет до следующего аирдропа, наверное, доехать. Неплохо. Хороший сетапчик собрался. Не забыть про тот аирдроп. Сейчас быстро проедем через кемпы. Да, может, действительно около почина кто-то есть. Понял, понял, понял.
невероятно тихая перезарядка, почему-то, не знаю. Что-то случилось, баганулась игра немножко. Так, интересно. Опасно было. Ну, конечно же, отмечают еще людей на общагах. Ну, вот, но я не знаю, не уверен, насколько я хочу туда ехать. Типы, скорее всего, все равно в зону поедут, да? У них выбора нет. Так что мы с ними увидимся еще. Стрелял что-то в камень. Так, УАЗик вижу. Вижу УАЗик. Надо подъезжать к кемпу, наверное. Сократим дистанцию. Что они изображают, не совсем понимаю. Чуть-чуть подкрутим.
наверное, обратно. Да, и как-то вот отсюда попробовать. Один тип, да? Поехали искать его тогда. Что нам остается еще? Просто будем кататься. Может, где-то в кемпе сидит. Может быть, нет. Непонятно. Вроде бы как 24 секунды до зоны, надо бы ему двигаться. А может быть, он уже в зоне. Просто нам бы с ним контакт какой-то визуальный установить. Будет уже попроще. Угу, я понял. Игра, да? У нас перк-то какой? Близко. Очень близко. Я на 100% был уверен, что он на крыше до сих пор. Not bad, я считаю. Можно и пальчик вверх поставить, да? Что ж, таким вот получился видосик. Я надеюсь, что тебе все-таки понравилось. Несмотря на то, что гроза вышла, ну, так себе. Прямо будем говорить, как-то халтурно, слабо сделано, как по мне. У нас был берил, типа розовый, с сердечками, с ящиком. Ну, вроде бы как, все прикольно, не подкопаешься. Ну, кроме того, что он розовый, да? Зачем делать такую же грозу, при этом только скилл-чатом? Мне непонятно. То есть, получается такая гроза, а.к.а. берил на минималках. Ну, камон, зачем так делать? Возможно, у разраба в голове есть план, о котором мы не знаем. Скорее всего, через там полгодика выйдет гроза с ящиком. Ну и, собственно, те, кто покупали эти грозы... Грозы, правильно ведь? Те, кто покупали эти скины, вынуждены будут покупать и следующие, потому что, ну, с ящиком это, конечно, намного интереснее. Такие вот дела. Ну, у них там какая-то своя, видимо, атмосфера.
нам этого не понять. В принципе, на этом я с тобой прощаюсь. Встретимся на просторах PUBG. Всем удачи и пока. We'll be right back.
какие-то. Взорвал.